всех на старых щеблях. Honda NX, ну 200 уже теперь. Теперь это Honda NX 200. Специально еду сразу после ежа, чтобы ощутить прелести ее. Ну да, она помягче, полегче. Ну и послабее заодно. Здорово, Сережа! Ну что-то мне кажется, планета моя бы точно так же тут бы ехала, как этот Honda. Этот Honda, кстати, рулится контррулением. Вот кто понимает, что это такое, если сядет после игрока, например, здесь вообще прям это ощущается сразу. Когда, конечно, проездишь на ней там сколько-то времени, вы этого не будете знать и понимать. Но после езды она просто контррулением поворачивает. То есть ты в обратную сторону все действуешь. Выхлоп в моей Хонде очень тихий. Так что я еду, и меня никто не слышит и не видит. Поедем точно туда же, куда я сегодня ездил, на планете только что. По тем же дорожкам, по тем же тропинкам. Руль выравниваю. КамАЗ по ямам хреначит вообще быстрее, чем я на Хонде. Я сейчас пытался пятую включить, она уже включена. Короче, передачи здесь короткие у меня, тяговые. Это пятая переворачивается. Этот КамАЗ сзади уже едет.
Ну вот в таких вот узких местах, конечно, да, на Хонде здесь удобнее, она помягче. Скорости особо не нужна, а вот это вот подрыв такой, типа кажущийся, что он есть. Так он как бы. Ну и плюс здесь резина у меня стоит эндурная, а на планете просто дорожная петрошинка. Да, на планете так здесь, по этим вот, как сейчас мы ехали, не проедешь. А, не туда я поехал. Это въезд в лагерь, которого нету. Наверное. Да, лагерь, которого нету. Это чайка. Все, разворачиваемся. Кусочек асфальта остался от нее. Пять пидорач, они тут все короткие. Вот пятая. Прям то, что надо, моторчик вообще. Третья пидорача. Вторая. Или первая. Четко, если приставать, вообще четко идет. У меня ЧЗ был 250-ка, конечно, он там в 4 раза более дерзкий, но опять же, с дерзостью надо совладать. А вот это само то, по-стариковски, петролить. Прям вообще классно. По этой дорожке проедем. Нормалёк вообще классно. Это главное, чтоб бревно никакое не впилось никуда, в цилиндр или в ногу. Вообще вот, чётенько. Чётенько, вообще классно. Вон
поедем здесь вот, где на планете ехал. Ух ты, ну нормуль вообще идет, прям, можно сказать, предсказуемо. Привет, привет. На старости привет. Вот здесь у нас деревни нет, дороги, только вот такая грунтовочка, вот так вот, вот так и живет село. А вот тут вот часть прибрежной зоны. Ты чего? Ты чего? Иди ко мне, иди сюда, иди сюда, иди. Иди сюда, иди ко мне, иди. Видите, вот остановился, все, хвостами завиляли, я им не интересен. Сейчас только поеду, сразу побегут за мной. Ох ты какой, сам сыты лает. Иди ко мне. Ну вот, хондочка прокатила меня. А вы делаете сравнение, то, что видели, на чем интереснее ездить, на Хонде или на Иже. Всем спасибо, всем пока.